10-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Еловенах. Отмечается, что 76-летний водитель ехал на зеленый сигнал светофора. Он заметил школьницу уже на зебре. Пострадавшую доставили в столичную больницу имени Валентина Игнатенко. По словам медиков, у девочки незначительные травмы и шок. Она продолжит лечение амбулаторно. Алкотест показал, что водитель был трезв. Полиции предстоит установить все обстоятельства ДТП. В зависимости от тяжести травм девочки определяют, открывать уголовное дело или нет.